Ребят, всем привет! Сегодня мы в приюте. Вот, напилили, наломали дров, вернее, хотели напилить, но сломалась пила. И сейчас покажем Павлу, как она бегает. Павле мы ампутировали лапы, потому что с лапами она плохо передвигалась. И получается, пришлось пойти на этот шаг, и сейчас она носится, как и остальные наши спины. Иди сюда, иди на соломку, иди, моя девочка. Как бегает Павла? Иди сюда. Павла, иди сюда. Пам-пам-пам. Ну вот, ребят, вон Толик всем шлет привет. Сегодня мы приехали сразу утром, не стали снимать ничего. Сейчас сразу быстренько делами занимались. У нас сломалась бензопила, сломался стартер на ней. Завести не можем. Пришлось сегодня вручную долбить. Вот пока девчонки убирались. Наломал поддонов, немножко кучку ополовинил, чтобы можно было. Ну а что, пошли к этой сходим, собачки, посмотрим как. Ну вот, заказали мы еще долг сена и солому. У нас висит долг по-прежнему за доски, мы заказывали на будке и на вольер. Построили, еще не доделали до конца. Лежат доски на будке. Часть а, уже. Ну вон доски, да? Да, но у нас за них висит долг 15 тысяч. Также еще в понедельник должны привезти еще солому, еще прибавится. У нас за солому где-то 10 тысяч долг. То есть конец года, а мы по уши в долгах. И навряд ли у нас без вашей помощи получится рассчитаться. Че, как она поживает? Давайте посмотрим. Спасенка. Пока не круглая, пока не бочка. Да. Да? Привет. Да. Ты пока худая, но ты привет, давай. Щенки уже стали выходить. Вон еще два носа торчат. Да. Кстати, мои. Вот эти двое, по-моему, только выходят, да? Они все выходят, когда никого нет. Ничего не. Прокололи укольчики, лечение она прошла. Когда ты отъешь? Кушать кушает, вот, замерзла, но не доедает. А чашки нету в будке? Че вы, а, малыши? Вот они, четверо малышей. Все ждут, когда их заберешь. Что ты, ты прямо и на меня запрыгнуть хочешь? Да, да. Берт, ну все, ну ладно, ну хватит. Иди почему мой нос почему. Все, ладно, не облизывайся. Вот. Завтра обещают, сегодня у нас несколько дней было тепло. Сегодня в ночь уже обещают минус 24. Сегодня надо наварить каши. А, сегодня надо наварить каши. А Толян, ну приехала просрочка, Толян разносит хлеб. Им помимо этого, сухометочки немножко. Сегодня надо освоить всю кашу, чтобы в ночь остались пустые эти, как они, казаны, кастрюли пустые, чтобы были, чтобы ничего не замерзло. И получается, завтра с утра начали варить горячую на таком морозе. Чего не доедаем? Жрались? Погулял сегодня между делом с Ричем, с Барханом, с Викой, с Доминикой. Песенку, да. Поешь. Как песенку поешь? Ну-ка скажи привет. Вау, вау, вау. Вау, вау, вау. Да, да, да. Ну а сейчас, ребят, давайте дойдем к нашим козочкам. Гогоки. Гогоки. Гогока. Че у них тут, как дела?
О, как у них тут тепло. Да, Гога? Гога. Да, блин, смотри, с последней съемки он не такой мохнатый был. Да, Василь? Да ладно, чё ж ты меня рогом своим. А, Василь, прям борода, он прям... Не, козёл, у него прям, да? Не, у него прям шерсть отросла, борода вообще прям шикарная. Тебе даже в барбершоп не надо, Василь. Да что ты, прям такой. Да, ой ты. А смотри, у нее как будто рожки начинают это, Маш, есть. Гуаг. А, Гуаг. Гуага, да ты не бойся, Гуаг. И Марфу прям так... Ну, Марфа беременна по-любому, у нее прям бока вон какие. Ой, ты тоже такая мягенькая вся. Мягенькая, пушистая вся. Ах ты ревнивец. Ах ты рогатый ревнивец. Вот они, ребятки такие. А, ты им корм? Да и они и так поедят. Налетели. Вась, ты чё бодаешься-то, а? Вась, не веди себя как козёл. Да хватит, блин, сейчас всё равно перевернут. На, Гоги поставь. На, Гог. Гога, на. Гога, 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 Гога. Эй, ты куда пошёл, пацан? Пацан, куда пошёл-то? Ты видишь, как тут... Мария Ивановна спасла Гогу. Ты чё, дурачок? Побежал, побежал. Да он скажет, да ну нафиг. Сразу все оживились. Шах. Вот он, шах. Шах. Просили показать его. Идеал. Идеал. Привет. Привет. Так шах прям... любит сидеть у нас вот здесь, знаешь. На блок? Да. Ребят, снега нет вообще. И, по-моему, не скоро он будет. Эта зима будет поросенок, вообще не снежная. Поросенок, вот пытались утеплять, шторки вешали. Кто-то сразу ободрал. Это Тор вот решил так сделать. Просто себе половину оторвал. Вам же лучше хотели, а? Че у нас там по этим вольерчикам? Да? Луна? Кто она же? Луна, да? Луна. Да, Лун. А это кто? Цезарь. А, Цезарь. Луна, Цезарь. Где батя? Батя со своей семьей. Пеша порванная жопа. Ага. Так, что у нас тут? Ребят, у нас заболел черный. Его нету. Черный у нас на лечении. Как бы сейчас ходит в городе чума, так получилось почему-то. Что черный у нас заболел. Под диагнозом чума. Да. Сейчас черный у нас на передержке теплый, то есть боремся за его жизнь, лечим. Надеемся, что все будет хорошо. Да, Мальта? Переоборудовали этот загончик для спинальников. Все очень холодно, надо и уборку, и то, и то, и не снега, знаешь, зачем. Снега надо. Нету, да. Вообще времени не хватает. Получается, каши замерзают, которые остаются. Вот. То есть, получается, каши замерзают. Никак. То есть, получается, сейчас она будет потихоньку отходить. Много времени уходит на разморозку. На это вот все. Что-то зима вообще... Очень хорошо дает об этом. А это которую вчера подкинули, что ли? Ну, вы можете взять. Вот. Вчера опять подкинули несколько щенков. Приехал мужчина.
спросил, ну, здесь был только один, спросил, принимаете щенков или нет, только сказал, что нет, звоните вот по такому-то номеру, вам все ответят, как что. Ну, он вроде развернулся и уехал, а потом только выходит, выносил мусор и смотрит, в коробке два щенка. Вот, то есть, тоже вот так вот. Такие пироги. Ну вот, ребят, такой вот коротенький ролик получается у нас. Сейчас мы уезжаем. Уже все, там сколько смогли, помогли. Сейчас уже солнце минут через 30-40 садиться будет. Вот, делами тоже дома, домашними заниматься. Надо завтра на работу. Девчонки завтра приедут вообще утро рано, тоже с утра. Будут убираться, помогать кашу варить. Вот. Всем пока. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч.